Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Zombie Forest HD. Так, давай-ка мы здесь получим с тобой награды. Ну, тут, как всегда, какая-нибудь ерунда. 78 патронов. Все равно ерунда. Надо больше. Ну что, будем призывать зомбарей? Конечно, будем. Поехали. Попробуем сегодня до 50-го дня прожить. Так, ну что, ускорение, наверное, сделаем. А, идут хромоножки. Ё-моё, тихо. Хедшот. Так, что у нас там по патронам? Ё-моё, расход просто офигенный идет. Так. Блин, у кого-то там клинит оружие, я слышу. Тихо, бегунок просто в хлам. О-о-о-о, костяной бежит. Ну, молодец, огнеметчик, так его. Слушай, нам нужно, чтобы ребята окупились наши затраты именно по патронам, понимаешь? Выпадает, я смотрю, но маловато, больше в основном выпадает еда. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ты дичь, патроны вылетели. Куда ты разогнался? Это снайпер, кстати, очень даже неплохо его бомбит. Ты заметил, да? Все, сейчас волна закончится. Блин, если я в ближайшее время не сделаю себе тачку, я думаю, мы с тобой попадем. На денечке так 80-м я могу сфейлиться. Потому что меня здесь продавят, вот и все. Ну, давай-давай-давай, отлично. Все, остается тут совсем немножечко. Буквально чайная ложечка. Давай ускоримся. Так, прекрасно. Ну что, выжили. Поздравляю нас всех. Так, теперь, что у нас там по рулетке? Че, у меня всего лишь один билет? Что-то мне как-то это не особо устраивает, если честно. А тут прокачка. Кто у нас готов прокачаться? Покажите мне, пожалуйста. Полный список. Где же он? Ага, вижу. Это у нас ВАЗ. Давай мы ему здоровье прокачаем. Все, получается. Куда? Окей, отдал. Так, закрываем. Значит так, ребята, я, наверное, побегу сейчас по этой пустоши. Побегаю и посмотрю, что у нас там есть. Чего нету, что мы можем получить. Угу. Слушай, ну вот сюда, конечно, надо попасть. Надо их побомбить всех. Я, пожалуй, сделаю атаку. Выбрать всех. Блин, а вот это вот плохо. Ты смотри, оружие-то, ребята, у нас хромает. Давай. Посмотрим. Ты слышишь, там у кого-то клинит. Да, я вижу у кого, ребят. Но верхний-то убивайте. Нормуль. Только хедшот раздаем. Вот здесь мне, конечно, не нравится, что у нас сейчас будет. Здесь еще зомби стоит на самом проходе. То есть в любом случае мы сейчас, наверное, с ним столкнемся. Ну, по-моему, идеально. Никто не погиб. Четенько. Давай-давай теперь вот этих всех. Замечательно. Слушай, по-моему, идеально прошли. Ух ты, найдено. Барретт. Фамас, патроны 408. Вот это я понимаю, вот это награда. Так, что у нас там следующее? Ну, этих, я думаю, с полтычка мы с тобой разберем. Поехали. Да, я выбираю всех, погнали. Угу. Так, и что мы с тобой получаем за это? Всего лишь... А, нет, смотри. Билетик выпал, вода, древесина, бензин. Хорошо, так, еще у нас с тобой есть, да? Слушай, ты мне сможешь починить оружие? Да, вот именно это. За 49 еды он согласен. Соглашаемся с тобой. Так, теперь вот это вот, наверное, почини, пожалуйста. АК-47 тоже надо починить. Дальше смотрим. Остальное, в принципе, ребята, очень даже неплохо. Вот Макар... Блин, нет, Макаров я не буду, ребят, чинить. Нафиг он мне нужен? Его надо вообще заменить, если честно. Конечно, хотелось бы... Ну, не справимся мы здесь, да? Тут еще и турель. Нет, ну, ты знаешь, если нападать именно на игроков, да, там будут награды вкуснее и слаще.
Так что давай с тобой, наверное, вот сюда сбегаем. Воу-воу-воу, куда это он там бежит? Поехали. Выбрать всех, напасть. Ну, тут тоже на изи. Надо будет поменять нам, наверное, с тобой карту. Чё ты так медленно идешь? Давай-ка побыстрее. Хедшот. Патроны потратили 15, получили 17. То есть уже есть выгода. И давай-ка мы сменим карту. Угу, смотри-ка, у нас тут с тобой... А вот это что такое? Ваша колода... Блин, моя колода не соответствует, говорят. Ну, можно пойти за выжившими, в принципе. Вот этот мне только не нравится. Блин, взрывник. Не хочу я с ним сталкиваться. Лесопилка. Обнаружена новая локация. Понятно. Давай-ка мы с тобой сейчас зомбиков. А какие у нас в розыске? Блин, а я и не посмотрел. Хотя вот, есть тут у нас. Написано, какие в розыске. Ну, что-то я тут таких и не вижу. Очкарик. Фуражки нету, точно здесь никаких зомбарей. Так, это грибоподобный. Погоди-ка, это что у нас? Нет, не то. Не похож. А вот этот вот очень похож, ну-ка. Может быть, даже это он и есть. Именно тот зомби, которого мы ищем. Ладно, давай любых бомбить, потому что все равно нам с тобой нужно скармливать их. А лишние зомби, они не бывают лишними. Окей. Так, все, ребят, возвращаемся домой. Возвращаемся домой. Сейчас мы... А, сундук еще, кстати, нужно посмотреть. Так, смотри-ка, неплохо. 102 патрона, еды маленько. Отлично. Ну что, друзья мои, вызываем. Поехали. Блин, ну с патронами проблема. Нам, наверное, придется с тобой, скорее всего, тратить ресурсы скоро. Именно на боеприпасы. Давай, ребята, жмем. Гаденыши, до последнего. Бегунок, ты достал уже. Так, отравляющий. Нормуль. Сейчас мы их тут перечикаем. Хедшот в голову. Ну, блин, костяные. А костяные нам дают, кстати, патроны, я заметил. Ну, в принципе, все пока хорошо. Тихо ты. Да, они уже подходят до такого уровня, что огнеметчику приходится их жарить. Так, сколько? Ну все, это последние зомби. И мы, в принципе, с тобой справились. Прекрасно. Степан зазевался во время кормежки зомби. Пусть земля будет ему пухом. В плане... Такого, блин, раньше не было. А теперь есть. Давай играть, друзья мои. Ну что, запустим с тобой вот эту вот рулетку. Прикинь, чувак пошел кормить зомби и его съели. Идиотизм полный. Блин, ну это фигня. Дайте вот лучше 4 детали не дотянем. Не, ни за какие коврички, ребят. Дают нам медицину. А я вот хотел деталь. Хотя, ребят, 4 детальки получили. Вот это я понял, вот это круто. Так, что у нас тут на прокачку? Кто готов? Давай посмотрим. Блин, вот плохо, что вот так вот приходится все время искать самому. Не чтобы тех ребят, которые готовы прокачаться, сразу же становились первыми, да? Чтобы не искать вас. Вас, кстати, в тот раз получил улучшение и сейчас получает. Закрываем. Значит так. Где у нас с тобой так убить зомби? Это я убил. Где у меня мастерская? Так, иди сюда. Мастерская для чего, ребята? Для того, чтобы... Чтобы сделать патроны. Ты помнишь, где она находится? И я не помню. Вот что значит играть раз в пятилетку. Верстак. Тут, кстати, нужно починить. Что это за дела такие? Давай, чини. А станок что дает? Верстак и станок. По-моему, на станке мы с тобой делали патроны. Он у меня есть. А почему я не могу? Так, режим ремонта и перемещения. Так, это у нас...
что за зависоны, ребята, происходит? Награда. Пулемет Калашникова. Нифига себе, это Клаус. Прыщавый урод, которого у меня еще пока нету. Так, отлично. Блин, он меня сбил. Тут награда 2 рем пакета. Тоже нету, кстати, у меня. У вас есть такой зомби, а нужно какого уровня? 10-го. Это Дельмурат. Дельмурат. Как он выглядит? Ага. Дельмурат. Ну что, вот он, да, получается? Значит, мы его с тобой кормим. А кормим вот этими вот чудиками. Скормить. Нам нужно 10 уровень, да, ему сделать? Ах ты, не хватает. Печалька. Так, водяной фильтр, это все понятно. Бетонный забор, это все у нас с тобой тоже есть. Костер готовит зомби средней прожарки. Но у нас с тобой есть там костер этот. Мина, проволока, турель, комната. Комнату я больше построить не могу. Машина. Блин, еще надо сколько? Нет, не 9, ребята, 11. 11 деталей. И улучшенный... Подожди-ка, ну вот есть же, вот смотри. Хотя, стоп. Оружейный станок. У нас есть верстак. Позволяет ремонтировать и улучшать оружие. Позволяет создавать оружие по чертежам. Дротики. Слушай, я бы, конечно, с удовольствием бы хотел все это сделать, но мне нужны запчасти. А вот патроны я, пожалуй... Опа, попался. Так, у нас с тобой хватает железа? Хватает. И древесины. Отлично. Слушай, надо где-то железо нам с тобой поискать побольше. Потому что железо у нас с тобой закончилось. Это все ради патронов, друзья. Все ради патронов. Потому что иначе, ну что, нас завалят. Давай посмотрим с тобой еще сундук. 412 патронов, вот это круто. Так, железо. Ну, в принципе, неплохо. Ну что, ребята, поехали. 47-й день. Сегодня хочу дожить до 50-го дня. Я уже говорил об этом. Но ускоряемся, конечно. Винтовки вроде бы все нормальные. Хедшот. Давай-давай, яхламон, бегите ко мне. Ты посмотри, с какой скоростью тратится боезапас у нас. Жесть, конечно. Так, раскручиваем. Блин, у нас, я думаю, что здесь за пробел такой? У нас же одного персонажа съели. Значит, у нас есть вакансия. Не громко, ребята, стрельба? Мне кажется, громковато. Надо будет сделать чуть потише. Так, ну, как видишь, ни один зомби не пробежит. У нас с тобой еще тем более вот это вот целая бетонная перегородка. Все. И сколько? Чего? Новый выжив. А, Восва, оружие, Макаров ПМ. Макаров он притащил. Вот он стоит, чудил со своим Макаровым. Нет, парень, у нас так дела не делаются. У нас делается, где же он? Наверное, как всегда, в самом конце, да. Сменить. Так, что у нас есть? Ну вот, можно АР-15 ему поставить. Ну вот, хоть на человека стал похож, а то с этим никчемным... Так, подожди-ка, переставить. А то с каким-то там никчемным Макаровым. Слушай, блин, я не знаю, давай его, наверное, сюда поставим. Готово. Вот так вот. Ну что, друзья мои, давайте-ка, наверное, с вами опять пойдем на карту, погуляем чуть-чуть. Лесочек наш, дорогой. Так, смотрим. Опять у меня, да? Ваша колода не соответствует. Как ее сделать соответствующей, а? Скажи вот мне на милость. Опа. Роднульки стоят. На-ка тебе. Да выделался так. Тихо-тихо-тихо-тихо. Вот это, по-моему, мне нужен. По-моему, он, да? Похож ведь вот на этого. Так, давай-ка мы с тобой еще хорошенечко посмотрим. На всякий случай, вдруг пригодится. И все первого уровня. М-да. А это у нас что?
Лесопилку мы с тобой обнаружили. Так, ну тут менять карту надо однозначно. Поехали. Так, смотри-ка у нас что здесь. Опа, военная база. Твою ж дивизию, ты посмотри. Вот я думаю, стоит ли рисковать. Они медленные, в принципе, если мы всей толпой туда пойдем, я думаю, справимся. Я на это надеюсь. Поехали. Выбираем с тобой всех. Напасть. Давай, ребята, вон с пулеметом идет самый первый. Сейчас начнет. По-моему, да, все отлично, друзья мои. Зато смотри, нашли с тобой, офигеть. Л-850. А, нет. Нашли Л-85А2. 82%. Аптечка, бензин и патроны. Потратили 64, а нашли 258. Что же дальше? Выживших, может быть, нам с тобой, а? Спасти. Блин, ну тут смотри, зомби. Взрывной плюс ядовитый. Слушай, большие риски, я не хочу. Нет, я не буду здесь участвовать. Давай, наверное, сходим сюда по-быренькому. Так. Слушай, я думаю, тут даже выбирать не надо всех. Мы сделаем немножечко попроще. Возьмем вот этого, вот этого и вот этого. Все, напасть. Я думаю, этого достаточно нам. С этим-то не разобраться, да, по-моему, на изи. Тихо ты. Опа, детальки, прикинь. Нашли. Так, у нас с тобой еще есть энергия. Давай бомбить. Так, я не помню, в чем проблема. Ой, промахнулся. Ты смотри, какой жук, а хитрый. На. Ответочка тебе. А ты куда? Получил свой? Блин, но одного все-таки... Один дротик мы с тобой сфейлили. Опа, у меня еще энергия, оказывается, есть. Что тут у нас? Колодец нашли. Давай. На, на, сразу же. Хоба, готово. Все, можно возвращаться смело домой. Да, я хочу вернуться. Так, давай-ка мы с тобой, наверное... Ну, генератор у нас работает, все хорошо. А рекламку... Ну, давай посмотрим. И достается нам с тобой 297 патронов. Так. Смотри, как мы с тобой быстро восстановили все наше железо, которое мы сфейлили на патроны. Ну что, приступим, пожалуй, к 48-й ночи. Поехали. Где там эти болтусы? Вон они бегут. Я обожаю вот самый отличный момент, это когда мы их расстреливаем. Вау. Просто разносим. Ну, куда ты бежишь, а? Ой-ой-ой, уже почти до забора доходят. Прикинь. Ух, ты шметки разлетелись. Но как ни крути, траты все равно большие. Вроде и кажется, да, что все это быстро идет, но на самом деле нифига подобного. Эй-эй-эй-эй. Если так дальше пойдет. А прикинь, в основном пойдут вот эти вот бегущие зомби, да? Взрывные вот эти вот. И ядовитые. Вот тогда нам будет трындец полный. Мне кажется, тут еще какие-то будут добавляться зомби. Именно сильные. Ну все, 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 это остатки идут. Вот это еще более-менее, да? Самый человечный зомби. Готово. Выжили мы с тобой. Так, я рулетку, наверное, не буду пока. А смотри, у нас с тобой кто-то готов прокачаться. Сила. Так, тут мы силенки. Погоди-ка, тут что у нас? 18% чинить. Че, я не понял. Еще надо чинить? Ну, давай. 82%. Здесь 70% чиним. Бедные наши ремпакеты тратятся. Просто в никуда. А это у нас Гевр. Видимо, новенький, потому что у него всего второй уровень. Силу. Так. Сколько еще? Двоих, да, надо прокачать? Ну, тут понятно, тут осталось только ловкость прокачать и... Ага. А этот вообще, это новичок. Во... Кто? Восва, ё-моё. Это ж надо так назвать. Восва. Оу. Ну что, глянем сундук и пойдем с тобой на охоту. Ну, вот они и наградушки наши. Отлично, ребята. Ну что, отправляемся в пустошь. 40... Блин, я вообще-то хотел пойти на карту, а нечаянно нажал
начать следующий день. Вот я тупанул, ребят. Ладно, 49-й день. Давай отбиваться. Блин, я же хотел выйти погулять маленько, просвежиться. А то вот этих зомбарей такой духан идет. Просто нос закладывает. Это, слава богу, у нас еще никто там не фейлится, да? Перезарядки все идет четенько. Оружие смазано. Приведено в полный боевой. Хотя уже кто-то там перещелкивает. Периодически слышишь, да? Давай, 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 бомби. Отлично. Так, половина уже прошли. Эй-эй-эй-эй-эй. Подходит уже близко. Ну. Сорвался. Слушай, ну получается, мы с тобой сейчас доживем до 49-го дня. Ой, до 50-го. Так, у вас пошел. Вас нашел кое-что под кроватью. Плюс ХК 42%. А что он там, интересно, делал под кроватью? Объясни-ка мне. Давай-ка мы с тобой крутанем рулеточку. Что нам здесь с тобой достанется? Все, что угодно. Только вот не этот пистолет, пожалуйста. Не надо вот... Он специально останавливается, да? На этом пистолете. Лучше пилу отдайте мне. Нет. Ты серьезно? И что это за пекаль такой, интересно мне знать? Особенный, так скажем. Покажи. ХК ОСП плюс 3. Ну, слушай, ну, может быть, плюс 3 на заточку он и хорош. Но не для меня. Так, и нам нужно награды еще с тобой прихватить. Найдено. Найдено очень всего много. Ну что, я не буду сейчас начинать день. Пойдем-ка мы с тобой все-таки прогуляемся по лесочку. Ну-ка, сможем мы с ним справиться? Как думаешь? В принципе, друзья мои, можем. Вначале у нас пойдут зомби, так? Так. Их почекают, поэтому нет, не будем нападать. Давай, наверное, вот сюда сходим. Опачки. Кто тут у нас, смотри-ка, прогуливается, прохлаждается. Подожди, не... Зачем я нажал на выход, а? Ребята, вот это я тупанул. Напасть. Выбрать всех и напасть. Идемте быстрее. Все. Ну тут немножко в убыток мы сыграли. Так, энергии еще дофигища. Так что меняем с тобой карту. Ну, здесь есть вроде бы где разгуляться. Так, это у нас поимка зомби. Давай сюда сходим. Вперед. В атаку, да, всех выбираем. Погнали. Что нам тут достается? Так, патроны. Еще энергия есть. Выбираем. Кто там храпит? Кто-то там уже заснул из зомбарей. Опа, друзья мои. Чертеж оружия в первый раз. Так, скорострельность, размер магазина, урон. Блин, кирку еще с тобой нашли. Классно. Но для того, чтобы делать нам с тобой оружие по чертежам, нам нужно кое-что с тобой построить. А чтобы это построить, нам нужно очень много деталей. А деталей я пока не куплю машину, тратить не собираюсь. Ну что, давай тогда еще сюда сбегаем с тобой. Ох, ё-моё. Че, рискнем, ребята, в этом доме прогуляться, а? На свой, блин, страх и риск. Погнали. Ох, ё-моё, я не заметил, что здесь... Ай-яй-яй. Сейчас будет плохо, ребята, плохо. Кого-то убило, нет? Слушай, ну смотри, мы с тобой нашли детальку еще одну. В общем, сегодня серия продуктивная, потому что, ну... Детальки, ребята. Вся суть это в детальках у меня в данный момент, потому что я их собираю. Мне нужно сделать машину. Мне надоело, как говорится, гулять по лесу. Я хочу именно пойти в город. Так, ну что, возвращаемся домой. Да, я хочу уйти. И сделаем с тобой все-таки 50-й день. Так, а кто-то у меня здесь прокачаться хочет. Кто же это? Ага, силу. Так, починка. Ну, давай починим. Так, дальше смотрим. Кто там следующий? Вот, подожди-ка. Вас. Угу. Этот чувак как не сходит, он все время... Ох, АК. Слушай, а как же мне, ребята, ему починить-то, а? Огнемет нормуль. Блин.
АК нужно чинить обязательно. Так, ну что, глянем еще, наверное, с тобой рекламочку. И нам достается, ух ты, 382 патрона. Неплохая, кстати, награда. Слушай, а почему я не получаю достижения, а? Друзья, вот скажите-ка мне на милость. Я вроде бы все делаю, да, как полагается. А мне ни шиша не дают. И зомби мы с тобой еще до сих пор не накормили до 10 уровня. Ух ты, у меня даже вот... А, мы, в принципе... Его нужно до 10 уровня. Так, идем с тобой сюда. Где же он у нас? Самый-самый жирный зомби. Вот он. Покормить. 10 уровень ему нужно сделать. Так, попробуем скормить. Вот так вот. Отлично, ребята. Ну что, мы можем обменивать на 2 билетика. Выполнить. Этого зомби нету, нету. Ага, все, ребята, больше у меня зомбарей нужных для нас нету. Жаль. Ну что, начинаем день? Погоди секунду, погоди. 39 уровень, чиним. Так, а что он требует? А, разб... Ты, блин, серьезно, что ли? Ты вот это вот разбираешь и чи... Нет, так не пойдет. Давай-ка вот это... Чинить. Все, ребята, починили. Так, где у нас с тобой? Вот. АК-47, всего 13%, понимаешь? Так, разобрать. А где же тут? О, Макаров. Так, фильтр. Всего 22%? Мало. Так, а это что у нас? Я не знаю, вот Барретт не показывает какое-то оружие, друзья. Это я... Ну, давай я вот так вот сделаю. Фиг с ним. Починка будет 47%. Все, хорошо. Фиг с ним. Фильтр. Глок. Применить. Это на разборку, да? А починку? Подожди, я не понял. Мне нужно что-то... Фильтр. Иди сюда. Что-то как-то не работает фильтр. Мне нужно что-то разобрать и что-то починить. Почему-то починка не нажимается. Ладно, фиг с ним. Давай, друзья мои, 50-й день. Вот удивительно, что зомби идут именно днем. Как-то нестандартно. Для игр они обычно ночью нападают. Ну а здесь, видишь, дневные зомби. Можно их так назвать. Тихо, тихо, тихо. Ребятули, не надо спешить. Это хламон, а? Смотри. Оу, зачастили бегуны. Классно. Так, половина почти уже пройдена. Давай, 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 давай. Всех их под откос. Ой, я только сейчас заметил, что у нас с тобой сломалась бетонная стена. Эй, ребята, это плохо. Это очень плохо. Надо будет ее сейчас сделать. Так, этих валим. Мне кажется, это от взрывного зомби. Когда он бежит, вот здесь вот взрывается, именно он наносит урон. Ну что, слава богу, мы здесь отбились с тобой. Чудом, так сказать. Опа. Прожить 50 дней. Ну-ка, друзья мои, открываем с вами чемоданчик. Ты серьезно? Вот это подарок. Вот это я понимаю, друзья мои, подарочек. Так, потерять 25 людей. Что-то не особо хочу я терять. Захватить 30 вражеских баз. Улучшить 3 оружия. Улучшить. Так, выполнить 10 заказов на поимку зомби. Нам еще один заказ выполнить и получим приз. Победить в 3 схватках. Выполнить 20 задач. Так, что у нас тут, прокачка есть? Есть. Давай, кто еще у нас там хочет прокачаться? Так, ты. И... Да что ты? И ты. Так, последний, кто у нас тут? Вот он. Все прекрасно, друзья мои. Ну, АК, 40... Опять 14%. Чего она такая ломучая-то, а? Скажи-ка мне на милость.
У меня нет ни одного ремпакета. Я уже понял. Давай тогда хотя бы, может быть, сменим тебе. У нас же есть оружие, которое... О! О, М16. Вот. Раз АК-47 у нас с тобой, ну, сломано, будет с М16 бегать. И смотрим награды. Ну вот, друзья мои, 200 патронов, а день у нас, точнее, ночь 50-я. Вот на этой ноте, я думаю, что нам, наверное, достаточно сегодня будет. Обязательно увидимся в следующей серии и продолжим защищать наше жилище вот это вот, убивать зомбарей и получать за это награду. А самое главное, подожди-ка, сколько у нас уже с тобой деталей? Покажите-ка мне, пожалуйста. Что-то не могу понять. Давай, где у нас машина, чтобы ее создать? Ребята, 3 деталей не хватает, чтобы нам сделать машину. 3. Я думаю, в следующей серии обязательно сделаем так, чтобы нам они выпали. И будем уже гонять с тобой в город. А на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.